Черт, дерьмо. Вот и ты, наконец. Приступим к вскрытию? Давай начнем. Начало вскрытия. Раса — человек. Пол — мужской. Ранения проникающие. Трупного окоченения нет. Уровень дегидрации тканей. А можно без жаргона, Шани? Мы же не на лекции. Как хочешь. Он умер вчера. Его порвали на части. Что ты думаешь? Это ничего не значит. Его могли разорвать гули, кладбище ими просто кишат. Значит, на части его разорвали уже после смерти. Умер он не от этих ран. Не от этих. Но есть множественные колотые раны. Нож. Шириной в 2 пальца. Внешние признаки – это еще не все. Напряжены мышцы шеи и ладони. Откуда ты знаешь, когда он умер? Обычно я делаю выводы, основываясь на окоченении мышц и дегидрации тканей. Но тут что-то не так. Слишком долго длится трупное окоченение. Как говорят, дотошность – основа успешного вскрытия. Ну что, углубимся в тему? Давай проверим внутренние органы. Симптомы необычные, и, думаю, причина смерти тоже была необычной. Эти раны слишком очевидны. Я подозреваю что-то большее. Яд? Если и так, то редкий вид. Может быть, даже алхимическое зелье. Калькштейн? Дай-ка я проверю печень. Ага. Поражена циррозом насквозь. Признак сильного яда. От этого на версту разит алхимией. Что-то тут не так. Это слишком просто. Ну, иногда жизнь бывает и простой. Ты уверена, что яд — это единственное объяснение такому необычному трупному окоченению? Самая вероятная причина. А почему ты спрашиваешь? У меня мерзкое предчувствие, что за этим скрывается нечто большее. Магия часто ведет к необратимым изменениям мозга. Нужно заглянуть внутрь. Вскрывать череп – это всегда удовольствие. Геральт, видишь изменения в структуре мозга? Личинка зериканской мухи ЦЦ. Очень опасной мухи. Ты нормально себя чувствуешь? Лучше, но как они попали к нему в мозг? Это часть их цикла развития. Если бы мы были в Зерикане, я бы сказал, что муха забралась к нему в нос и отложила там яйца. Насколько я знаю, мы все еще в Темерии. Это нам очень сильно повезло. У нас слишком холодный и сухой климат, мухи ЦЦ здесь не приживаются. И даже если у кого-то нашлись эти яйца, этому кому-то пришлось запихивать их в нос покойного. Не понимаю. А как выглядят эти яйца? Маленькие, беленькие, можно запросто спутать с мукой. Или с физштехом. Геральт, он нюхал физштех до того, как умер. Я сама ему его дала. Он очень страдал, а других обезболивающих не было. Но я думала, это порошок из надежного источника. Откуда ты его взяла? Его достал для меня твой друг-детектив. Сказал, что это из каких-то запасников. Реймонд. У нас проблема. Он добавил яйца в физштех. Забрался сюда ночью, чтобы подделать следы. Это не похоже на Реймонда. Это так, хотя с некоторых пор мой медальон вибрирует, когда я вижу Реймонда. К тому же зерикание, откуда сам Азар Евет родом. Боюсь, настоящего Реймонда уже нет на свете. Но я его видела только вчера.
Значит, Азар скрывается с помощью иллюзии. Он пытался мной манипулировать. Спасибо, Шани. Без тебя я бы это не выяснил. И что ты будешь делать теперь? Для начала поговорю с Калькштейном. Надо подготовиться. Да, это выход. Извини. Я знаю, что на самом деле за саламандрами стоит Реймонд. Ты уверен? Да, у меня есть неоспоримые доказательства.
Азар убил Реймонда и выдает себя за него при помощи иллюзий. Каков мошенник? И что ты собираешься предпринять? Лучше тебе не знать об этом. Будь осторожен, он очень силен. Его надо отрезать от источника своей силы, стихии огня. Замани его в место с нестабильной магической аурой. Хорошо бы, чтобы это место было окружено водой, противоположной стихии. Башня на болоте. Идеально! Там ты сможешь победить! Вверх по лестнице, отец. Будьте моим гостем. Я немедленно иду. Да? Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Конечно, в чем дело? Иногда мне снится... Ужас. И зна... Понимаю. Спасибо, Гер. Не стоит благо... Да. Я могу чем-то помочь? Да, я бы хотела тебя кое о чем попросить. Слушаю тебя внимательно. Лютик, помнишь Лютика? Ну вот, мы пытаемся устроить встречу. Встречу? Поговорить о старых временах, выпить. Есть только одна проблема. С выпивкой? Угадал. Мы так давно друг друга не видели. Не хотелось бы подавать гостям паршивое пойло. И что тебе нужно? Вишневая водка для Лютика, розовое вино для меня и что-нибудь для тебя. Посмотрим, что я смогу сделать. Да?
Ну и льет. Ну так что? Будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Я выяснил, кто такой Евет. Хочешь послушать? Да говори ты уже! Евет использует личину, чтобы замаскироваться под Реймонда. Сам детектив мертв. Евет пытался навязать мне свои планы. Он хотел, чтобы я стал подозревать Винсента, могилу и Калькштейна. Даже не знаю, что сказать, ядрёна вошь. Еще чуть-чуть, и он нас всех поимел бы. И как ты собираешься прикончить этого сукина сына? Мне нужно как-то его ослабить. Но я пока не знаю, как именно. Поговори с людьми, на которых он тебя натравил. Один из них должен знать способ. Я не... Старость не радость. Да? Я принес выпивку. Отлично. Приводи друга. Увидимся на вечеринке. Где они меня похоронят, когда я... Что тебе нужно, волк? Я вычислил Еведа. Годится! Ты приобретешь элемент неожиданности, но будешь драться один с сильным колдуном. Может быть, у Калькштейна есть какие-нибудь идеи? Хорошая работа, волк. Я раскусил Саламандр. Хочешь знать правду? Слушаю тебя внимательно. Я вычислил Еведа. Годится! Может быть, у... Хорош! До встречи. Говори, что у тебя на уме? К Шане на вечеринку зайдешь? Почему бы и нет? У нее дома? Где же еще? Ну, увидимся там. Выпивку с собой принеси. Лучше водки. Пока. Thank you.
Что опять? Такой разврат под моей кровлей. Любовник к ней ходит. Музыкант какой-то. Но это же не просто музыкант. Это знаменитый менестрель Лютик. Да уж знаю я, чем он знаменит. И я совсем не жажду через 9 месяцев слушать, как младенец тут надрывается. Только через мой труп. Мне что, подняться наверх вместо Дуэньи? Вот теперь ты дело говоришь. Ты стареешь, ба... Геральт? Разрази меня гром. Я уж было решил, что призрака увидел. Вообще-то я... Я сошел с ума? Это шутка? Шани! Это не шутка. Но как? Я же своими глазами видел... Что ты видел, Лютик? Я видел, как она приказала положить тебя в лодку. И там был Единорог, и Мильва, Кагыр, и Ангулема, и Эрпен с Золтаном. Мы все это видели. Я потерял память, но я хочу знать, почему все так удивляются, когда видят меня живым. Расскажи мне все. По порядку. 5 лет назад мы сидели в корчме с нашими друзьями. Ну, ели улиток, пили водку. Затем обезумевшая, жаждущая крови толпа ворвалась в район нелюдей. Начался погром. Ты хотел остановить их. Вот, вышел на улицу, а там... Что случилось? Кто-то проткнул тебе живот вилами. Это была смертельная рана. Мы подоспели слишком поздно. Есть у меня чувство, будто ты мне не все рассказываешь. Мы все там были. Все это кто? Так ты действительно ничего не помнишь? Все твои друзья, все, кого ты любил. Похоже на одну из этих твоих баллад. Я говорю правду и ничего более. Геральт, прости меня. Я все еще не могу поверить, что ты жив. Послушай, Лютик, я не могу доказать, потому что это просто невозможно. Я ничего не помню, а ты ничего не знаешь. Боюсь, некоторым загадкам суждено остаться неразгаданными. Сядем за стол, как старые друзья, выпьем и поболтаем. Время покажет, кто я такой на самом деле. Ты прав. Мы слишком через многое прошли вместе, чтобы я тебя не признал. Ты кого-нибудь пригласил? Золтана Хивая. Ты его знаешь? Нет, но с удовольствием познакомлюсь. Отлично! Мы с Золтаном всегда споемся. Я тут думал... Знаю, думать мне небезопасно, но у меня появился один вопрос. Выкладывай, Лютик, а не то еще лопнешь от нетерпения. Представим себе, что ты получил контракт на вампира. Что ты будешь делать? Серебряный меч, эликсиры... К чему ты клонишь? Ха, а что если я скажу, что у тебя есть возможность по-хорошему договориться с этим вампиром? Лютик, поверь мне, если бы можно было просто убедить Бруксу, к примеру, начать питаться кроликами, я бы уже давно остался без работы. А как насчет высших вампиров? Их очень редко можно встретить. Если честно, я не знаю. Ха-ха, позволь мне продемонстрировать, что кровь значит для высших вампиров. Лютик. Твое здоровье! Твое здоровье. Ох, крепкая зараза забирает! Ты как раз собирался меня просветить. Я только что это сделал.
Послушай человека, который успел пожить на этом свете и еще не потерял память. Ай, кто-то идет. Золтан Хивай, к вашим услугам, сударыня. Ха, давненько тебя не видел, Лютик, старый друг. Добро пожаловать, Геральт. Приветствую. Привет! Очень хочется выпить доброй водки. Сейчас все будет. Налей-ка нам, Геральт. Ой, суровая штука. Ух, у меня глаза слезятся. Эх, хорошая выпивка. Решительно нет лучше алкоголя, чем водка. Ну, когда как. Для романтического ужина на двоих водка не слишком подойдет. И дело не столько во вкусе, сколько в действии. Глупости, Лютик. Мы своей Евдорой выпиваем кувшинчик на двоих, и никаких тебе последствий. Личное дело каждого. Я предпочитаю вино, но и от водки не откажусь, если, конечно, соблюдать меру. Качественная водка также используется в современной медицине. Мисс Шани наверняка в курсе. Да, с помощью водки можно дезинфицировать раны. И не только. Она согревает тело, притупляет боль и помогает справиться со слабостью. Все зависит от дозировки. Давайте проверим. Будем. А, да, слушай внимательно, Геральт. Высшим вампирам, в отличие от низших, кровь не требуется. Ни человеческая, ни чья-то еще. Для них кровь, дорогой мой истребитель монстров, как для нас... выпивка! Откуда ты это знаешь, Лютик? Клянусь волосатыми яйцами львиноголового паука, я знаю. Кажется, только меня это сбивает с толку. Не понимаю, Лютик, это ты к чему? Кончай представление и выкладывай. Геральт, у тебя был приятель, настоящий друг, который был вампиром. Так может, у меня и друг-дракон был? Ха! И дракон тоже, кстати. Ты дружил с вампиром, Золтан это знает. Помнишь Региса? Да, но я не знаю, был ли он вампиром и что он там пил. Он был настоящим другом. И мог голыми руками вытаскивать раскаленные подковы из огня, не обжигаясь. А что случилось с Регисом? Эмиэль Регис Рохелек Терзев Готфуа погиб, сражаясь за тебя, Геральт. Давайте выпьем за него и за всех остальных, кто погиб. Выпьем. За Калеба Страттона! За Русти. В чем дело? Расскажи мне о битве при Бренне. Да я почти ничего не видела. Нас было четверо, а раненых тысячи. Я не выходила из палатки. Ты молодец, Шани. Честно говоря, я мало что помню. Это был один из худших дней в моей жизни. Надеюсь, ты ничего не имеешь против Золтана. Наоборот, он мне нравится. Я рад. За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. За дружбу старую до дна. Геральт, ты хочешь есть? Пожалуй. У нас есть хлеб, но мы же не лошади, чтобы есть хлеб без ничего. Золтан прав. Нам нужно сало. У этой мумии внизу кладовая забита под завязку. Ты что, шутишь? У этой мумии, как метко ее называет Золтан, должно быть сало и соленые огурцы. Шани. Главное, чтобы тебя не поймали, Геральт. Я заплачу ей за сало и за огурцы завтра. А почему я? Я бы сам пошел, но все знают, что краснолюды отвратительные воры. Сударыни Шани туда нельзя, а уж Лютик точно напортачит. Хорошо, я понял.
Ну как? Успешно? Вот сало и огурцы. А ты не мог бы прихватить еще и сахару? Золото. Ладно, обойдемся салом. Ну, за нашего бесстрашного ведьмака. Кажется, я знаю одну песню как раз для Золтана. С удовольствием послушаем. Пой же, Лютик. Гляньте там, в бару барочки, да волчишка пляшет. Зубья щерит, резво скачет и хвостишка машет. Ты чего такой веселый, бестия лесная? Иль жены не подыскалась, не нашлась такая? Аумпа, аумпа, аумпа! Гляньте, серый волк потлатый стонет под горою. Морда в землю, хвост под брюхом и слеза рекою. Ты чего такой унылый, бестия лесная? Ох, женился я по дури, ох, судьбина злая. Умла, умла, умла. Итак, Золтан, как женушка твоя поживает? Ох, сложные настали времена, Лютик. Былого теперь уже не вернуть. Старые добрые времена. Смотрите, Шанни заснула. Давайте выпьем еще по одной и тихонечко уйдем. Давай выпьем. Да? Милые цветы. Спасибо, Геральт. Шани, да ты никак краснеешь. Мне редко дарят цветы. У такой милой юной целительницы должны быть толпы поклонников. Последнее время за мной увивается какой-то мрачный урод. Он всех распугал. Шани, если тебе нужна помощь... Да нет. Он какой-то загадочный. Может быть, даже обаятельный в каком-то смысле. Он несколько раз меня провожал, и кто знает, что бы могло быть дальше, если бы я не выяснила, что он ведет двойную жизнь. Загадочный? Двойную жизнь? Ты о чем? Его звали Талер. Сомневаюсь, что ты его знаешь. Как-то мы гуляли вдоль реки, романтика, все дела. И тут я поняла, что за нами идут двое. На них были серые плащи поверх доспехов специальных войск. Думаю, плащи должны были сделать их незаметными. Конечно, вряд ли бы кто-то другой понял, в чем дело. Они не учли, что после учебы в университете я их за милю различаю. И я уже думала, что нас сейчас арестуют и начнут расспрашивать о белках, когда он вдруг сказал, что беспокоиться не о чем. Мол, его зовет долг, и мы должны расстаться. Плел что-то насчет того, что он меня недостоин и прочую чушь в таком же духе. Шпики стояли совсем рядом на границе слышимости. Я уже хотела было сказать ему, куда он может засунуть эту жалость к себе. Но тут я заметила, что шпики подают ему сигналы. Шани, а у них были значки «Саламандр»? Дай мне закончить. Мне стало любопытно, и я сказала ему, что он разбил мне сердце и потеряла сознание. Ну, или сделала вид, что потеряла. Серые плащи тут же рванули к нему, а Талер им и говорит. Лучше бы это было что-то важное. Один из плащей отвечает, но шеф, мы же типа невидимые. А Талер ему говорит, я твои яйца сделаю типа невидимыми, когда запихну их тебе в задницу, дебил. Но тогда я не выдержала и рассмеялась. Рискованно. И чем все закончилось? Они довели меня до дома. А когда они уходили, я слышала, как невидимый сказал другому, что их операция против Саламандр провалилась. Вот и все. Ты знаешь, кто эти двое? Тайная полиция Фольтеста, жалкие шпики. Когда мы встретились в первый раз, я помогла тебе скрыться от реданских агентов. Тимирианские немногим лучше. Кстати, о наших приключениях в Оксенфурте. Чему там помешал Лютик, когда залез в окно? Я уж думала, ты никогда не спросишь. Позволь, я тебе напомню.
Что? У меня есть результаты вскрытия. И? Не могу сделать четких выводов. Почему это? Как бы это... Я перепутал пробирки и полил труп чем-то разъедающим. Изучать то, что осталось, невозможно. Что, вообще ничего не осталось? Вообще. Все ошибаются, Реймонд. Мне надо подумать. Возвращайся позже. Ну так что? Будем рожи корчить? Я знаю о твоем романе с Шани. Пошел нахрен! Не все такие волокиты, как ты. У некоторых, знаешь ли, возникают настоящие чувства. Принесла нелегкая. Да, ведьмак. Прощай.